В деревню к тетке в глушь в Саратов решила администрация миниатюрного СИЗО в столь же миниатюрном городе Цивильске Чувашской Республики. Поэтому уже на 6-й день моего пребывания в этом кефирном заведении меня снова заказали на этап. Вечером 7 июля передо мной открылись ворота исправительной колонии строгого режима номер 6. Постойте, но ведь рановато еще и в колонию, да и режим у меня общий, но это не важно. Ведь на территории колонии, расположенной в деревне и окруженной несколькими периметрами за еще одним высоким забором, оборудовано ПФРСИ – помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора. Совсем уж декоративный двухэтажный домик с парой десятков небольших камер, парой прогулочных двориков и весьма милым садиком у входа. Не знаю, надолго ли я стану гостем в этом чудном провинциальном изоляторе, но здесь, как и на всех прошлых моих стоянках, работает зона телеком. Вот до чего техника дошла. 11.07.2023, Чувашия, ПФРСИ и К6, Дима.